Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы рады представить вам новый ролик от интернет-магазина «Серебряная птица». Мы готовы показать вам по вашим заявкам такие красивые и разные браслеты от приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Приятного просмотра! Представляем вам очень необычный комплект украшений, браслет и колье, исполненные в серебре 925 пробы в покрытии оксидирования. Сочетание таких величественных украшений не оставит равнодушным никого вокруг вас, поэтому смело выбирайте этот комплект, если хотите оказаться в центре внимания. Классический комплект, в который входят браслет, кольцо и серьги из серебра 925 пробы с покрытием оксидирования и вставкой из бирюзы. Традиционный филигранный узор изделий – визитная карточка «Красной Пресни» – так органично вписывается в общий дизайн украшений. Браслет имеет надежный скрытый замочек. И обратите внимание, как кольцо визуально делает пальцы длиннее. Прекрасный выбор для вечернего выхода. Весенний и легкий браслет, напоминающий о свежих зеленых майских листочках. Браслет выполнен в серебре высшей пробы со вставкой из искусственной шпинели и очень подойдет утонченным и романтичным натурам. Доступны эти прекрасные изделия в двух покрытиях – золочение и оксидирование. Очаровательный браслет из серебра в покрытии оксидирования и вставкой из фианитов. Каждый камень переливается и сверкает всеми гранями, словно капелька росы, а ажурные листочки придают нежности как изделию, так и его обладательнице. Данный браслет также можно приобрести и в покрытии золочения. Воздушное колье и браслет из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования и без вставок. Скромные и невероятно женственные аксессуары, которые прекрасно дополнят вашу коллекцию украшений. Обратите внимание на крепление каждого звена. В данном случае вы можете совершенно не бояться случайного разрыва или повреждения.
Элементы закреплены между собой очень надежно. Яркий комплект украшений из серебра 925 пробы с покрытием золочения и вставкой из фианитов сиреневого и фиолетового цвета. То, что нужно для легкого кокетливого образа. В него входят серьги, кольцо и браслет. Серьги с английским замочком надежно будут держаться на ушке хозяйки, а яркая вставка всегда поднимать настроение. Восхитительный серебряный комплект, представленный серьгами, кольцом и браслетом в покрытии оксидирования. На серьгах английский замочек, а на браслете замок с возможностью регулировки. На украшениях нет вставок, но благодаря сверкающей алмазной грани в этом нет необходимости. Пусть ее блеск отражает блеск в ваших глазах. Серебряный браслет в покрытии золочения без вставок. Длина браслета регулируется. Универсальное украшение, которое можно смело выбирать на каждый день и сочетать с другими изделиями. Также приобрести этот браслет можно и в покрытии оксидирования. Представляем вам серьги и браслет в покрытии оксидирования без вставок. В каждом элементе украшений угадывается сердце. Это настоящее признание каждой нашей покупательницы. Порадуйте себя этими украшениями и оставайтесь неотразимыми, не изменяя собственному стилю.
Браслет из серебра 925 пробы в покрытии золочения без вставок. Очень легкий, весом всего лишь около 4,8 грамм, этот браслет отличает сверкающая алмазная грань. Также изделие можно выбрать в покрытии оксидирования. Такой аксессуар прекрасно подойдет даже к самому строгому офисному наряду, оставив с вами частичку женственности и шарма. Серебряный браслет в покрытии оксидирования, без вставок, верность классике от ювелиров Красной Пресни. Браслет отличается оригинальным узором и надежным замком, а также тем, что его можно выбрать и в покрытии золочения по вашему вкусу. Такие украшения действительно хочется дарить близким и самой себе. Не отказывайтесь от этого удовольствия, а серебряная птица с радостью исполнит ваши пожелания. Оригинальный комплект, представленный кольцом, серьгами и браслетом, в покрытии оксидирования без вставок. Как же роскошно смотрится этот комплект вместе! Такая ювелирная работа действительно заслуживает вашего внимания и симпатии. Выбирайте эти украшения и приготовьтесь получать комплименты. Серебряный браслет в покрытии золочения без вставок. Браслет в таком исполнении не имеет размера, но смотрится крайне оригинально. Алмазная грань на декоративных элементах подчеркивает необычность изделия. Выбрать такой браслет можно также и в покрытии оксидирования. Очаровательный комплект из серебра 925 пробы без вставок, в покрытии оксидирования. На серьгах английский замочек. Посмотрите, до чего же невесомые и утонченные украшения, словно легкая паутинка, обрамляет нежный подснежник. По весу изделие тоже не доставит дискомфорта своей обладательнице, поэтому можно не сомневаться, а выбирать его и наслаждаться своим новым, необычным образом. Вот таким получился наш обзор. Обязательно оставляйте комментарии, что еще хотелось бы вам посмотреть поближе, и видео каких украшений поможет вам определиться с покупкой. А мы с радостью исполним ваши пожелания. До новых встреч!